Мои дорогие рукодельницы, мы с вами связали безрукавку с расходящимися косами, но вязали мы ее по чужому описанию, которое было составлено специально, чтобы вы легко могли его пересчитать на ваши размеры. На самом деле таких мастер-классов мало, потому что схемы обычно выкладывают на свой размер, не думая, как ими воспользуются другие. И этим другим, то есть вам приходится думать самостоятельно, как же переделать понравившуюся схему или выкройку на себя, пересчитать на свою пряжу. А после всего этого еще есть способ искать, как расположить узор после всех этих внесенных изменений. Это сложно. И мы предлагаем вам выход из такой ситуации. Используйте программу KnitStyler, которая готова стать вашим постоянным помощником в построении вязальных выкроек и редактировании чужих схем на ваши размеры. Благодаря программе вы раз и навсегда решите непосильную для новичка задачу построения расчета сложных контуров, таких как окаты, горловины, проймы, конечно, скос плеча. Особенность программы в том, что она работает автономно от вязальной машины. Вы можете создать выкройки на компьютере и вязать тогда и там, где нужно, причем на любой вязальной машине и даже спицами, потому что на экране вы будете видеть количество петель и узоры каждого ряда. Открою вам секрет. Безрукавку с косами я рисовала и рассчитывала в программе KnitStyler. И так как большинство участников совместника по вязанию безрукавки не умеют пользоваться этой программой, то после построения выкройка и расчет были немножко откорректированы мной и переделаны для легкого построения в виде ручной схемы. И в результате все получилось. Быстро, легко, просто. Вы видели, сколько у нас отличных отчетов. И все благодаря этой программе. Потому что KnitStyler программа универсальная. Она позволяет создавать и отслеживать вязание в изделиях любых контуров и любых размеров. Это могут быть шапки, рукавички, бактусы, пледы, кардиганы, носки, платья, сумки, комбинезоны, да вообще все что угодно. Еще одно преимущество программы KnitStyler в том, что она строит выкройки одежды всех размеров, от новорожденного до самого большого, который только вы можете себе представить. Программа сохранит все выкройки и все петельные пробы всех пряж, которые вы в нее заносите. Программа сохранит все размерные данные всех ваших заказчиков, на которых вы когда-либо вязали и внесли это в программу. Программа сохранит все выкройки, которые в ней построены, с возможностью внесения корректировки. Например, для нового клиента или если изменились размеры заказчика. Но ребенок подрос. Программа экономит массу сил и денег, так как вы можете перевязать понравившиеся модели по много раз, нося изменения, ну или оставляя как было. Можете связать крупные размеры, которые сложно купить нарядную повседневную одежду в магазине. Для детей, которые быстро растут, а также быстро изнашивают вещи, и вы можете вязать одежду из недорогой пряжи или пряжи, состав которой вам известен, а не покупать одежду из не пойми какого материала. Для этого достаточно внести изменения в выкройку и связать новые изделия на подросшего ребенка. Даже имея одну выкройку, вы сможете связать массу изделий разного цвета и разных узоров без построения новых выкроек и сложных расчетов. Достаточно внести изменения в длину, в ширину, ну и если надо, новую петельную пробу. И будет это выглядеть как абсолютно новое изделие. Программа KnitStyler позволяет вязать по любым понравившимся выкройкам из любого источника, будь то бумажный носитель или интернет. Достаточно занести габариты по точкам в программу, и вы можете заносить в программу понравившиеся любые выкройки любого размера и редактировать на себя. Посмотрите, какие сложные изделия мы придумали и связали при использовании этой программы. Ручной расчет был бы очень трудоемким. Это изделие состоит из 6 элементов совершенно неправильной формы, так же как и паутинка. Оба изделия связаны по одному принципу. Шапочка также состоит из 6 частей, благодаря чему создается объемный абстрактный узор без применения жаккарда. Митенка. Пример того, как утилизировать остатки. Можно было связать простую примитивную полосатость, но можно с небольшой затратой времени создать неординарное бесшовное изделие, никто и не подумает, что оно из остатков пряжи. Рассчитать руками очень сложно. Или плед-иллюзион. Каждый элемент был рассчитан в программе. Связать такое изделие жаккардом можно, но у вас будет масса висящих протяжек, и пряжа уйдет несколько раз больше. Кстати, пледы могут быть разные, любые. Расчеты упрощаются в этой программе. Но, конечно, основное применение программы – это создание, хранение, выкройка одежды на свои размеры и размеры заказчика. В программе можно создавать, хранить платья, жакеты, безрукавки, свитеры и прочие плечевые изделия. Причем лиф изделия может быть как отрезной, кимоно, реглан, все что угодно. В программе можно строить брюки, юбки, трусы и прочие поясные изделия. Построим один раз выкройку брюк, используем ее для вязания всех остальных изделий. Ритузы, капри, лосины, шорты, бриджи и все остальное. Вы можете строить платье по одной выкройке, внося небольшие изменения, получать огромное многообразие фасонов. Программа позволяет резать изделия в любых направлениях и создавать таким образом изделия, которые крайне сложны в ручных расчетах. Нам без разницы, что вязать мужские вещи, детские или женские. Поперечные, продольное или диагональное вязание. Любой стандартный или нестандартный
нестандартной крой вы можете одинаково просто строить и связать в программе. Причем ошибки в расчетах исключаются. Чтобы воспользоваться программой, вы ставите рядом с вязальной машиной любой компьютер с любым экраном и вяжете. Или в случае необходимости записываете порядную схему на бумагу и отслеживаете, как по обычной вязальной схеме. Программа дает нам возможность пересылать выкройки и расчеты. Вы можете получать по e-mail чью-то выкройку, построенную в программе KnitStyler, закачать в программу и подредактировать ее под себя. Если вы связали безрукавку по нашему мастер-классу, выложили ее на своем аккаунте, написали отчет, как вам понравился мастер-класс, сделали ссылку на наш аккаунт, вы получаете скидку 50% на курс KnitStyler за 5 дней, который стартует 17 ноября, и можете пройти двухнедельный курс за 2000 рублей вместо 4000. Подробности о программе смотрите под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.